Всем здорово, танкисты! Ну что ж, сегодня Леста нас порадовала некоторыми новыми предложениями. Мы с вами пооткрываем коллекцию контейнеров, которые, я считаю, достаточно выгодные. Стоит она по акции 12 500 голды. И покрутим рулетку с контейнерами. В этот раз рулетка будет не за голду, а за ключи для открытия запертых контейнеров. Так что давайте попробуем. Не забывайте подписаться на канал. У нас скоро планируется розыгрыш 5 прем и коллекционных танков, а также премиум аккаунта. Так что подписывайтесь и участвуйте. Розыгрыш будет попозже. Такс. У нас есть, насколько я помню, 5 ключей. Откроем один запертый. Вдруг повезет на МЛЕшечку. Это новый аккаунт, кстати, это не основа. 100 голды. Окей. Экс. Первые два шага, насколько я помню, у нас стоят по одному ключу. И третий два. Ну, давайте посмотрим. Чарфутур. Вот, но это новый аккаунт. Я на основу себе Чарфутур хочу. У меня не получилось его достать. Эмиль, он здесь есть. Ну, давай мистический. Третий сразу. Ну, там, наверное, шанс просто никакущий. Кампфпанзер 50Т поинтереснее, коллекционная десяточка. Просто космос. Бураск, но он здесь тоже есть. Там и жир, наконец, как всегда. Так, и давайте сразу купим коллекцию контейнеров. Так, интересно, сколько у нас получится пофармить голдишки. Выйдем ли мы в плюс? Я, если честно, сомневаюсь, но на этот аккаунт мне нужны танчики. Так. Давайте начнем с Буррасика. Мимо. Пускай падают коллекционные десятки. Но Бураск здесь есть, поэтому ничего страшного. Так, Кампфпанзер 07 РХ. Ну, танчик у меня есть на основе, мне не особо зашел. Понятно. СТРВ-81. Прям восьмерка. Так. Ага, нет, мимо. Ладно. Кобра, а вот это танчик хороший, кстати. Очень хороший, и до кучи это коллекционка. Минус. Нет, Кобру не получилось достать. Так. Шарля у меня нет на основе. И здесь пока не будет. Гсор. Ну, сертификат на свободку как утешение. Друзья, пишите комментарии, что выпадает вам. Этот набор контейнер очень многие любят. Очень много народу его покупает. Так что обязательно пишите, что вы зафармили. Торнваген, вот твой бы сюда хотел. Но... Нет, 100... Золото. Жаль, Торнваген мне зашел, машинка неплохая. Альтпро Таймэкс, ну... Так, достанем ли мы хоть что-нибудь, или... Или... Вот 752, отличная машина, оставим на потом. Сушка 130, по-моему, здесь и есть. Если мы уйдем, конечно, в лютый минус, будет... Ой, как нехорошо. Прям совсем нехорошо. Химера, она здесь есть, покупал ее, кстати, за фикс, отличная машина. 500 золота. Ну, утешение слабенькое. Давайте, 2 на Эмильку. Фиолетовый, 500 голды. Ну, ох, ладно. 750. Эх, такс. Бизон. Он здесь, кстати, тоже есть. Ни одного танка, пока надежда вся на коллекционочке. Колыван, фановая машинка. 500 золота. Тут-тут-тут-тун. Так, ну что ж, у нас остались коллекционочки. Вот 752 я бы сюда хотел. Кара здесь есть. Кара здесь есть. Давайте начнем с КПЗ-50Т. 750 голды. Я все-таки надеялся на танчик.
10000 золота! О, все, друзья, окупились, отлично. Отлично, окупились как минимум, это уже радует, просто супер, нормально. Будем надеяться, что предложения эти обновят. Если обновят, то попробуем на новом аккаунте откроем еще. Если нет, то пооткрываем немножко позже на основе. Посмотрим, как будет там. Такс, давай, кара. Ну, ах, так, неделя приема 500 золота. Дойдет. Чар Футур. Оп. Yes! И Кама, и танк. Отлично. Друзья, вот за это ставьте лайкос. Так. Ну, здорово. Так, вышли в окуп уже. Новый танк, коллекционная девятка, 10000 голды плюс куча золота по мелочи. Отлично. Так, давайте сначала ВК-90. Yes! Ух! Друзья, вот... Ах, блин. Ютуберам подкручивают. Постоянно вижу это под своими комментариями. Все чаще и чаще, кстати. Ютуберам подкручивают. Отлично. Очень-очень жирный окуп. Вот теперь супер. На 7.5.2 надеяться не приходится. Хотя я бы его хотел больше, чем ВК-90. И 1000 золота. Месяц према. Просто супер. Так, по голде однозначно вышли в плюс, получили новые танки ВК-90 и Чар Футур. Ну что ж, друзья, вот такое открытие. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что выпадает вам. Подписывайтесь на канал. Всем пока.